Ну что ж, всем привет, и да, мы снова играем в Boxroots, но только комбатом. Как видите, я тут чуть-чуть прокачался, у меня тут уже 105 уровень, и я уже могу файтиться, ого, я уже могу файтиться с боссом, этого острова. Давайте вот так сделаем. Ну и пойдем. О, халява, халява. Так. Все, тут поменяли. Так. Кто будет? Так вот это будет. Не, нахер, не. Блин, захреначил босса нахер. Вы должны убить Т4, хренать, учит босса. Ты прожил, упал. Я сейчас не вижу, она тоже что-то упала. Наверное, что-то отлично. То, что мы тут сидим. Что-то там есть. Ну какой-то точно бустой там 100% подходит. Поэтому да. Ну ладно. Уже конец этой вот мотки, поэтому я заканчиваю вот эту вот все. Хренки. Все. Так, я сейчас опять. Ой. Я сейчас опять зайду. с телефона. И прикуплю себе фрукт. Короче, мне там ни хера годного не выпало, поэтому я все это вырезал. Второй мне там выпал снова, который у меня есть. Ну, понимаете. Лучше уж выбить. Хотя я могу и буду найти, она вообще имба для прокачки. Ну хз, посмотрим. Кстати, я уже так нормально дамажу. С этим моим комбатом. Может потому что у меня и просто этого... Мастер много. Тогда я сечу на чем. Чтобы вот ауру прокачать, так нормально. И нет, все еще только на руках. Не, ну это все равно прогресс, то что у меня на 107 уровне аура уже на руках. Ну, уже на всех руках. Так, кодами я, конечно, сегодняшней серии не буду воспользоваться, потому что, ну, их довольно мало, да, и они могут в скором времени закончиться. Поэтому пока что как-то обойдемся без кодов.
Так, знаете что, давайте-ка я выключу музыку, потому что я знаю, что на каком-то там острове есть музыка с АП и... Ну, вы понимаете. Мне могут за это забанить. Кстати, вы, наверное, заметили, что у меня новый стим, вот. Думаю, прикольный. Я его, кстати, сделал, чтобы я знал, если у меня новый уровень этого ауры или нет. О. Очень люблю. Так, у него уровень ниже 20, поэтому я не мог его ударить никак. И блин, я бы сейчас с радостью пошел покупать фрукт, но вот есть одна загвоздка, пока я фармлю деньги, и фрукты еще и дорожают. Ну, ё-моё, что-то, что он такие неприятности. Может ввязаться этот чел. Всего 20 уровень, а такие глупости делать, офигеть. Да. Глупо. А, стоп, его, наверное, сюда он играл с Брогом, и его сюда друг притащил, и вот он не может выбраться. Нет. Так, все, ну, по-моему, я так достаточно нафармил. Циркл поинт. Да. Короче, надо подрано фрукт. Начался, и я тут же просто стану фрукта, а не... Не понимаете, какие они баса. Поэтому тут нечего такое подматривать. Ну да, классно, еще уже это... Перемножка баса. Я, кстати, не знаю, будет ли это хорошей идеей, но я могу на 20 уровне пойти и получить, ну, попытаться получить себе, как его там, ну, сейбер. Хотя, думаю, это будет бесполезно, потому что я уже играю только с комбатом. Хотя дамаг у него будет, конечно, наверное, неплохой. Поэтому подумай. Хотя, стоп, у меня же на вторых логе работает, а с них дают больше денег, поэтому я могу на них фармиться пока что.
Да и экспы еще больше дает. Хотя их, по-моему, тут меньше. И больше надо килять. Капец. О, босс. Думаю, после этого квеста могу попробовать. Ну, попытаться его опять кинуть. Так. О, вот и этот вот. Так. Где-то в небо, по-моему, кот-то улетел. Во. Скоро будет 115 уровень, а это означает, что... Ой. Это означает, что скоро я смогу идти на новый остров. Бокс. Я уже не знаю, сколько я пожирал микрофон нормально так. Микрофон. Так, ну ладно. Да, еще один стакан. Ладно. Нормально. Почему, кстати, не могу пойти на новый остров? Странно. Так, ну давайте посмотрим, сколько я там дописывал уже. О, нифига. Ой, ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.